Ну что, мои телепузики, мои сахарные заводы? Ой, Калуга, бандиты, жилетовские, мои любимые подписчики. И канал Лимончик, команда. Пацаны, вам тоже всем. И Лимончик с Брянска. Сейчас у него стрим идет, чат-рулетка. Че, пожрем на камеру? Меня только смотрят жирные и толстые, и семимесячные. Кто худые и на диете, вас смотреть меня нельзя, потому что у меня сегодня макароны по-плотски и соль, и вода. Да, макароны по-плотски, соль и водичка попить надо. Еда – это все чудо у меня. Да, чудо, еда. Хватит жить, как попало, будем, как придется. Дай, и мне не жирно, вам не знаю. Так, это у меня ужин, полдник, не знаю, что это. Погнали. Без хлеба, ну и хлеба нету, и хорошо. Макароны – это хлеб. Солить не знаю, не надо, наверное. Идет у меня стрим, идет. Я сейчас у Лимончика сидела. Как там приятно сидеть, ребят. Зашла к этому Димасу корейцу. Боже упаси, 6 человек сидит. Ну, неинтересно. Я отписалась его еще до этого. Ну... Зашла к бате, тоже я считала такой канал хороший, а? Тоже. И даже неинтересно. Уже пьяный сидит. Все там, там уже пишут ему, ты потеряешь все, всех донатеров. Уже пьяный сидит, даже и не хочу его. Я тоже отписалась вместе на Дениса и на него. Потом зашла к Андрюхе, Андрюха ведет. Радыгин. Там я ничего не писала, и Радыгина лайк поставила, посидела, пошпионила и пошла. Потом кто? Наш калужский собачатник ведет, Танька его смотрит. Танька моя с Нижнего Новгорода, она его любит смотреть. Ну, у ней тоже собака, и вот она ходит, а он это... Собачатник, как объяснить? Учит собак. Ну, фас взять нельзя. Наш, это, блогер. Это, калужский. Я все смотрю, никак не могу определить. Ну, он где-то живет, дома там смотрю новые. Микрорайон новый. Угу. Я сама калужская, я же знаю там. Я все наблюдаю. Угу. Потом это и к Лимончику пошла, у него сидела, поздоровалась, лайк. Вот нормальный канал, там хоть поржать. У него 60 человек, что ли, было. У меня тоже. Ребят, вы заходите и пишите нормально ко мне на стримах. Вас никто не будет банить. А если, естественно, вы гадость мне пишете, вы не понимаете, что такое хорошо, что такое плохо. А взрослые женщины или не взрослые? Вот я вам говорю, пример не хочу придать. У Лимончика адекватные мужики, пацаны сидят. Они мне сыновья и внуки годятся. Вообще мне нравится, и канал хороший. Там и поржать можно. Он сейчас, он чат-рулетку ведет. Я долго, вот только сейчас, пока разогревалась, я лежала, смотрела, и сейчас. Нормальные пацаны, там и уважение какое-то есть. Ольга Валерьевна зовут. Мне так нравится вообще. Я у него каждый день сижу там. Девки, сколько он чат-рулетку играет там. Ну, там и взрослые попадаются, мужики, взрослые, дети. Там школьники, представляете, боже упаси.
Там школьники. Я бы родителей за волосы потаскала бы. Маленькие дети. Ну, он убирает их. Он с ними не общается, он с взрослыми там есть. И взрослые школьники, дядьки попадались, и девки такие сисястые. Детей много, но он с ними не общается. И первый класс. Боже упаси. Я просто не пойму, как они знают про это. Девки вкусные, по-флотски, я 100 лет не ела. Не, ну вчера и сегодня. Еще вот сюда, знаете, что перчику бы черного. Ну, я не хочу. У меня, я теперь перец не красный, не черный, не знаю, у меня аллергия на него. Угу. Спать что-то хочу, ребят. Там у лимончика хоть посмеяться, послушать. А этот батя уже все, мне уже разнравились каналы. У Радыгина хороший канал, к нему тоже зайдешь, хоть посмеяться. А батя уже один глаз открыт, другой закрыт. Я тоже его отписалась, и от Дениса отписалась. Дениса вообще там можно заснуть. Угу. У Дениса там даже и сена не надо. Так можно заснуть. 6 человек у него вроде. Мне кажется, я бабка-старуха. И то поржать люблю, что-нибудь отчебучить. Правда, девки? Ну что, не так, что ли? Больше не хочу, не буду к ним ходить. Зашла к его сыну. Сидят, мечтают про свадьбу. Боже упаси. Девки это вообще. Миллионеры про свадьбу мечтают. Пускай мечтают. Боже упаси. Свят, свят. Макароны вкусные по-флотски. Ну, теперь больше давно. Не скоро буду делать. Уберу холодец, уберу морозилку. С любыми кашами можно и с рисом сделать. Но я не буду уже. И суп добавлять этот холодец. Там одно мясо у меня. Даже жижечки нету. Мясо одно. Вот я в этом году сделала. Угу. Угу. На сон клонит. На сон клонит. Я ничего, ни таблетки не пила. Ой, я забыла. Зубарев попадает у меня. И вчера он же приехал, отдыхать ездил. Зубарев, вы смотрите его? Он и Твич, и здесь у него, наверное, сколько каналов? Уже 15, наверное. Я только на 10 подписана. Он приехал, он отдыхать ездил. Сейчас приехал, боже упаси. Я наржалась над ним. Над ним так наржалась я.
Ну, знаете вы Зубарева этого. Ой, ну невозможно. Он в рекомендациях везде попадается. Угу. Попался мне, он на Твиче вел стрим, в наушниках сидит. Половина он наверху, внизу какая-то баба. Ой. Ну, он там сканирует и в YouTube кидает. Я заржалась. Ой. Конечно, бы к нему на стрим Твич, не хочу скачать, у меня есть Твич тоже. Я бы к нему попала бы на стрим. Вообще клёвый. Блогер вообще. У него один мат. Они же не понимают, что он там, может, матом по-русски. А он живет 8 лет в этом. Китае, Карелии или где, Монголии, не знаю, вот это вот. Надо Таньки спросить, как ее города-то это. Ой, он там матерится. Идет, ой. Я сейчас смеялась, думаю, ну, везде в рекомендации, молодец. Он работает этим. Детей их не учит. Танцы, танцы. Танцы, а что-то у него еще есть. А, детей танцами, и к нему приходят еще взрослые. Не знаю, похудеть, что ли, или что. Да ладно, они там все худые эти. Ну, к нему ходят. Ну, может, не знаю, зачем. Взрослые. Не похудеть, а на зарядке, может. Не знаю. Угу. Вот артист он. Там только он в рекомендациях. Как он пельмени жрет, это вообще в столовую приходит там. Ну, не столовая, а это кафе у них, как, наверное, называется. Когда он пельмени жрет, он вообще. Все, я наелась. Не хочу. Сейчас спать ляжу, ребята. В 7 часов приходите на Муз-ТВ. На музыкальный киоск. От Ольги Валерьевны. Лягу, пойду лимончика смотреть. Молодец, малый. Молодец. Я его давно знаю, с 41-го года. Молодец. У него не скучно на канале. И народ приходит и ржет. Ну, чат-рулетку, конечно, интересно. Ой, господи. Это обожраться можно. Ну да. Чат-рулетку. Там девок много попадаются. Он такой, как ляпнет им что-то. Есть борзые девки такие. Я бы тоже чат-рулетку поиграла бы. Но ноутбука нету. Был бы у меня ноутбук. У меня чат-рулетка вообще бы хорошо пошла. На втором канале бы я чат-рулетку. Да. Какой-нибудь блогер мне «Газпром» подарил бы. Да, я только мечтаю. А знаете, я хочу сказать, мечты сбываются, как Антон Антонов поет. Спать хочу, ребят, я не знаю. Мечты сбываются. Ой, минус 9 уже в телефоне показывают. Нормально. Минус 9. Нормалек.
Земля в иллюминаторе. Ладно, ребят, приходите в 7 часов. Ладно, зайки мои, мои муси-пуси, мои телепузики, приходите. В 7 часов повеселимся, поржем. Что-нибудь, может, расскажу такого, поржать. Ладно, давайте. И мнение, Ирина, вам не знаю.